красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, рабочие и работники, колхозники и колхозницы, работники интеллигентного труда, братья и сестры тылу наших врагов, временно подпавшие под иго немецких разбойников, наши славные партизаны и партизанки, разрушающие тылы наших врагов, от имени советского правительства и нашей большевистской партии приветствую и поздравляю вас с 24-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции. Товарищи, в тяжелых условиях приходится праздновать сегодня 24-й годовщину Октябрьской революции. Переломное нападение немецких разбойников, навязанная нам война, создали угрозу для нашей страны. Мы потеряли временно ряд областей. Враг очутился у ворот Ленинграда и Москвы.